Приветствую вас, Яна. Во-первых, хочется спросить у вас, кому вы обращаете свой вопрос, то есть какой вопрос у вас к психологам, вот, ибо не совсем понятно здесь, в каком контексте задан вопрос. Вот, у вас вроде бы есть дата рождения человека, почему-то не ваш, а почему-то другого человека, вот. То есть у меня такое ощущение, что вы хотите, чтобы мы взяли и, ну, как-то поменяли его. Но мы этого сделать не можем, мы психологи, мы не меняем людей. Тем более третьих лиц, которые нас об этом как бы, ну, не просили. Вот. Мы можем помочь, например, вам изменить свое отношение к этой ситуации. Мы можем помочь вам посмотреть, почему вас это бесит, почему вас это раздражает. Это можно сделать. Можно и нужно сделать. Но в остальном, это вопрос скорее больше именно к вам. Вопрос именно к вам, чего вы хотите. Вот. Что касается, значит, вашей снохи, то она как бы себя не вела, да, ну, это исключительно ее право и ее дело. Как она себя ведет. Вот. Я могу понять вас о том, ну, в том, что вот вы говорите, что у нас свои правила, ну, ей как бы на это плевать. Вот. Тут позиция ваша может быть достаточно четкой, что либо она соблюдает правила, либо она не приезжает, и все. Вы получается так, что вы ей позволяете, например, приезжать на дачу, но при этом, как бы, ждете от нее, что она изменится. А она не изменится, пока у нее не будет соответствующей мотивации меняться. А мотивация меняться может быть только невозможно где-то находиться. Это первое. Дальше, ну или второе, я не очень, я могу ошибаться. Дальше, вы говорите, что вас, значит, раздражает свет в солнечный день, он портит вам настроение. Это чисто ваша реакция на свет. То есть это чисто ваше восприятие света. Почему вам это портит настроение, почему у вас от этого начинает болеть голова, нужно исследовать. Дальше. Вы говорите о том, что вам не нравится, какой образ жизни она ведет. То есть вы его оцениваете, этот образ жизни, говорите, что, ну, условно говоря, понятно, вы считаете, что так жить, как она, нельзя. В данном случае нужно исследовать, почему у вас такая категоричная оценка ее образа жизни. Может быть, потому что вы ведете себя так правильно и стараетесь вести правильный образ жизни, но это не означает, что другой человек должен вести себя так же. И вам, может быть, хочется как-то вот, ну, хочется тоже более свободно себя чувствовать, а вы там, ну, по ряду причин, да, не можете это позволить себе и так далее. То есть, понимаете, вот нет ощущения, что вы как-то удовлетворены. То есть, есть ощущение, что ваша сноха достаточно легко может вывести вас из состояния равновесия душевного. Что говорит о неустойчивости его, вашего душевного равновесия. И, вероятно, именно с этим нужно работать. Вот.
А так получается, что вы просто-напросто жертва. Тут к вам приезжает злая сноха, которая вообще портит вам жизнь и так далее. Вы изучите треугольник Карпмана, вот, изучите треугольник Карпмана. Я полагаю, что это позволит вам лучше понять свою роль в этой ситуации, которую вы описали. В целом, мне видится вот ответ вам такой, что вы либо занимаете четкую позицию по отношению к правилам в вашем доме и совершенно справедливо требуете от ваших гостей им следовать, вот, потому что это ваше право. Но и при нежелании кого-либо этим правилам следовать, вы просто запрещаете доступ в свое жилье, что также вполне оправданная история. Вот, либо вы делаете так, либо, если вы этого не делаете, то вы принимаете человека таким, как он есть, потому что мне здесь непонятно, почему вы ждете, что человек изменится просто по вашему желанию. Вот. Ну и, как психолог, я могу выделить еще и тот момент, что вы как-то вот верите в примет. Вы об этом, конечно, сказали как бы вскользь, но тем не менее. Вера в приметы может свидетельствовать о мистическом мышлении. Мистическое мышление является оторванным от реальности, что не позволяет принимать именно реалистичные решения и конструктивно решать задачи. Может быть, в том числе и с этим аспектом связана такая вот проблематика, ваша, значит, конфликта со снохой. Может быть. Я не утверждаю этого наверняка, Яна. Вот, примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я понимаю, что какие-то вещи вам, возможно, не понравились из того, что я сказал. Возможно, вы вообще обращались не к психологам, а к эзотерикам. В таком случае вам нужно переадресовать свой вопрос в тот раздел. Потому что, ну, дата рождения, как бы имя, это не то, что нужно психологам. Также отсутствие вот запроса, да, как такового, то есть вы говорите, что делать, как бы, как с ней бороться, но это не совсем запрос, потому что ни с кем бороться нельзя, ни с кем бороться. То есть, ну, борьба ни к чему хорошему не приводит. Вот. В принципе. Поэтому, как бы, тут, опять же, запрос к психологу, да, он подразумевает в целом перемены в себе, понимаете? Вот, но он, этот запрос, он не подразумевает перемены в других людях. Перемены в других людях начинаются после того, как происходят перемены в том, кто обращается за помощью. Вот. Такая вот история. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.